Всем привет зрителям канала. Сегодня 30 марта. Нахожусь в поселке Ашан. По работе здесь нахожусь. Ну и вот сегодня что-то решил снять горы квадрокоптером. Ну и посмотреть. Сейчас попробую снизу, с самого низу, долететь до пика любви. Ну, немножко поднимусь до первой площадки, наверное, скорее всего, и там уже буду снимать. Так, буду заходить вот здесь, собачек маленько погуляю, надеюсь, клещи еще не проснулись. Идем, надо будет их проверить. Так вот, оттуда смотришь, как будто горы, вот они рядом. Когда к ним идешь, они все и отдаляются, отдаляются. И на самом деле они не близко находятся, а очень далеко даже. Ну, как бы не сильно далеко, но далековато. Это вот Аршанский парк. Не знаю, как он называется. Такое хорошее место, как будто в лесу находишься. Такое ощущение. И елочки такие, воздух чистый, приятный такой. Сейчас пойдем, дойдем до статуи Будды. Посмотрим. Все, что-то как-то я хотел ее поснимать камерой. Сейчас снимем ее. Здесь, друзья, такая тропа. Вот она начинается. На пик любви идет. Ну, спортсмены с утра бегают. Здесь аллея героев, ветеранов войны. Ну, ветераны Великой Отечественной, который погибший. Собака подумала, что живой человек. Дети войны. Где же она находится, что-то я забыл. Сейчас туда вот так прогуляемся. По-моему, она там где-то. Эх, собаки-то резвятся. Как им радостно здесь в лесу. В родную стихию попали. Интересно, белку загонят, нет? Почувствует где-нибудь, утюхает или нет? Так вот, друзья, подхожу к статуе Будды. Посмотрим сейчас. Горы какие красивые. Потом еще до Дацана съездим, там маленько снимем.
Спускаемся. Статуя Будды Шакьямуни. Не знаю, как называется-то. Правильно, неправильно я называю. Вот такая вот гигантская статуя. Сейчас пройдемся по кругу. Вот, ребята, виднеется пик любви. Попробуем туда сейчас подняться на квадрокоптере. Не знаю, дотянет, нет, до туда. Опа, барабаны что-то некоторые не крутятся. Молитвенные барабаны. Так, еще раз подойдем сюда. Будда Шакьямуни. Вперед, вперед, собаки! Так, все, друзья, идем на тропу, которая ведет на пик любви. Дойдем до первой площадки, оттуда уже запустим. Главное, чтобы прямая видимость была. Такие вот собачки здесь бегают тоже, как всегда в Аршане. Ребятишки бегают. Так, вот так, по-моему, идти надо. Туда. Итак, друзья, идем по тропе к пику любви. До первой площадки поднимемся, оттуда запустим дрон. Так, подходим к развилке на тропу любви. То есть на тропу, на пик любви. На тропу любви. Где-то здесь это 500-летняя лиственница должна быть. Я не знаю, прошли ли мы ее уже. Ух ты,
Ничего себе, еще и посещение 200 рублей. Да, когда это сделали так? Ничего себе. Да. Ладно, ничего страшного, как говорится. Собачки мои резвятся. Так, друзья, заходим на подъем. Фу, еще раз. Речка пересохла вся, вся замерзшая, видимо, под землей. Из-за этого не текет. Летом только пойдет вода. Не знаю, когда в мае, может раньше, как погода будет стоять. Вся вода в виде ледника замерзшая стоит. Так, это поворот, да? Первая развилка. Одна тропа на водопад пошла, а другая сюда, на пик любви. Фу. Собаки! Фу. Да, друзья, зиму не ходили никуда. Сидели дома постоянно. И все уже, физухи нету, как говорится. Ой, маленько прошелся и задыхаюсь. Фух, весь вспотел. Дышать не могу, ноги кое-как идут. Вроде поднялся здесь кого. Чуть-чуть. Да, вот что значит сидеть дома. За компьютером, за телевизором. Да. Фух, на диванчике, как говорится. Так, друзья, приближаюсь к первой площадке. Фух. Но отсюда мы не будем запускать. Отсюда не видно пика. И, возможно, дрон отсюда не сможет долететь. Там только выше. А то, где будет видимость, и то не знаю. Если не будет видимости, придется, наверное, лучше вниз спуститься. Найти место, где снизу будет видно. И оттуда уже запустить попробовать. Так. Друзья, это первая площадка. Ах, собачки мои резвятся, что-то ищут, бегают. Охотничьи инстинкты просыпаются, как говорится, у них. Фу. Фу. Устал. Еще и даже не поднялся, уже устал. Голова прям шумит. Кровь хлынула во все органы, во все конечности. Фу. Горы сейчас особенно красивые. Поднялся на вторую площадку. Фу. Красотища, да? Да. Вы до верха пойдете, да? Нет? Ну, насколько дойдем. Сколько сможете. Так, ребята, идем дальше. Маленько задержались сейчас что-то на этой площадочке. Горы показались. Так, ну пик любви отсюда не видно.
Так, друзья, еще один поворот. Фу. Итак, друзья, поднялись мы до этой первой площадки, основной такой большой. Ну и отсюда сейчас снимем, попробуем полетать.
сейчас все сняли, мы долетели спокойно до пика. Отсюда где-то километр получается высота, но вот долетел. Ну вот прошивка там, километры можно подлетать. Все, вот шо, иду обратно, пошел. Время уже 12, а я выходил где-то в 10, ну за 2 часа я все сделал, можно сказать. Так, подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем хорошего настроения, спасибо за просмотр. Ладно, все, пока, до следующих видео. Мой Тобик загнал белку. Вон она, Боя. Ах, ручная птичка. Сейчас прилетит. Вон она сидит. Ну-ка, пошевелится. Че, Тоба, загнал, да? Молодец, молодец. Боя, вон, смотри. Смотри, ты еще не шаришь, да? Как говорится. Смотри-ка, белка, белка, вон, белка. Белка, вон, вон, вон она, вон она, вон она. Лает просто так, что не знаешь, что там белка. Как бы, может, за ворону.